Вместительный салон, комфортные сиденья, зарядки для смартфонов. Все это о новых автобусах, которые начали курсировать на маршрутах Ульяновска. Всего до конца года приобретут 70 автобусов СИМАС. Одобрены заявки на 57 автобусов от 5 перевозчиков. Часть машин уже начали работать на маршрутах. Данные автобусы будут поставлены на регулярные городские маршруты для обслуживания наших пассажиров города Ульяновска. Часть автобусов уже поставлена на учет и проходит процедура оформления в транспортной инспекции. Часть автобусов еще только на стадии оформления. Новенькие СИМАЗы уже катаются на маршрутах 67 и 68. Высота в салоне более 2 метров. Предусмотрено место для крепления инвалидного кресла с механической аппарелью для заезда в автобус. Удобнее и водителю. Широкий обзор обеспечивают цельное лобовое стекло, боковые зеркала с электроприводом и обогревом. Еще один немаловажный факт – автобусы используют экологичное топливо газ. Для меня автобус удобен, и не только для меня, и людям удобно. Многие предпочитают, наоборот, большие автобусы маленьким маршруткам и говорят, что побольше было таких автобусов. Новые машины перевозчики приобрели на условиях государственного софинансирования. Из 70 автобусов 57 выполнены в комплектации «Доступная среда» с задней низкопольной площадкой. В 2019 году мы запустили программу по обновлению пассажирского транспорта. На маршрутах Ульяновской области появилось 100 автобусов. Сейчас все они задействованы на обслуживании городских маршрутов в Ульяновске, Димитровграде, в Инзе, а также на областных маршрутах. Обновление подвижного состава проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.